В рамках реализации проектов «Городская среда» и «Российское село» одинцовские единороссы проверили ход строительства очистных сооружений в деревне Раздоры. Объект расположен рядом с путепроводом, который пройдет через Рублево-Успенское шоссе. По итогам осмотра отметили, что возведение ведется строго в соответствии с установленным графиком. Окончание всех работ запланировано на 2023 год, сообщил депутат Совета депутатов Одинцовского округа Александр Бусев.